Утро, начинаю новый влог. Иду вот с сумками. Скупилась на рынке у нас, на базарчике. Сейчас пойду в парикмахерскую. Иду в парикмахерскую. Все-таки хочу постричься. У нас сегодня солнышко. Среди туч проглядывается. Ну, посмотрим, какая до выходных будет погода. Сюда встань. Талинку занятий забрала. Да, Талинка? А я постриглась. Как рокерша. Как рокерша. Вот так вот. Пойдем за пончиком. Пришли с занятий, что-то так близко, со школы, вернее, с подготовки Виталинкиной. Пришли в сельпо, купила батон. Купила яготинский йогурт. Вот такой вот, какой там турецкий называется. Я такой не пробовала, брала греческий. В принципе, кушать так у меня нет. Ну, он как сметана, знаете. А вот салат мне очень понравился. Взяла еще такой попробовать. Этот дешевле получается. Здесь 300 грамм, 18 гривен. А там 20 гривен такая маленькая баночка. Ну, я показывала. Я сейчас прям при вас попробую. Так, на лотке у Вали взяла полкило семечек. Обычно сырых, потому что в АТБ я брала, и их не стало. Я их поджариваю, либо сырые проращиваю, сырые в салат добавляю и поджариваю тоже для салата. Вкусно очень. Так, взяла вот такой вот пучок салата, потому что у меня уже заканчивается. Салат 40 гривен килограмм у нее. Взяла вот такую вот картошку по 25 гривен килограмм, молодую. Вот, я люблю розовую длинненькую, но не было. И кабачки по 12 гривен килограмм. Пожарю просто на сковородке кружочками с чесночком. Вот. За картошку, салат, семечки и кабачки я отдала 60 гривен, по-моему. Да. Сейчас попробую йогурт. Артур, ты можешь потише? Сын остался дома. Кстати, вот, я постриглась, да. Я не выдержала и постриглась. Если буду волосы отращивать, но только не на лето. Не сейчас, нет. Я и так, видите, оставила длинную челку. Вот, обычно я последние разы вот так обрезала. Так и цвет волос кажется получше, и мне кажется, лицо стало худее, короче, ну, пахнет сметана. Вот, ну, чуть-чуть меньше жирности получается, так как тут 10%, а сметану я беру 15%. 60% мне вообще не нравится, сметана, вернее, ее яготинская не бывает. Сметана, да. Обычная густая сметана. Если с сахаром сделать, можно, кстати, крем на торт. Неплохо. Вкусненько. Талинка, иди попробуй штучку одну. На сметанку похожая. Ты любишь сметанку? Ну, возьми ложечку чистую. Большую, а это маленькая. Ты ж сметанку любишь, да, у меня? Ну, волосы убери. А, кстати, я не показала, как мы Виталинку покрасили. Ну, такие у нас парни. Розовый похож. Да, розовый цвет такой у нас. О. Светло-розовый. Красиво очень. Ну что, вкусненько? Да, покушаешь сметанку? Кушай, полезно сметанку. Иди еще ложечку скушай. А знаешь, чем вкусно будет, если смешать с клубничкой, с сахарком? Да? Ты любишь сметанку?
Не любишь уже? Угу. Любишь? Так покушай чуть-чуть йогурта, перекуси. Я приду скоро. Видите, ей нравится кушать. Будет нравится, я буду ей покупать. Так, пока выключаюсь. У меня сегодня надо идти на расстрел. Собрание в школе. Со мной пойдет муж на собрание. Ой, боже, как я ненавижу собрание в школе. Нужно сделать маникюр, педикюр. У меня ножки почищены. Мне только вытереть надо старый лак. У меня такой бесцветный. И, наверное, я или френч сделаю, или темный нанесу лак. Посмотрю, какой. Хочу френч, но чтобы белый лак не могу найти. Если найду, сделаю френч. Так вот, теперь я выгляжу со стрижкой. Вот, футболочка на мне. Все видели, когда я ее покупала. И вот так вот. Мне нравится стрижка, отлично. Все, буду выключать. Кстати, маска вчерашняя мне очень понравилась. И я ее сейчас нанесу опять на лицо. Утром я просто умылась. А, утром я делала, кстати, сплэш-маску от Avon. Тоже мне, кстати, нравится. Ой, тут темно вам. Ну, вот эту вот. Нравится, она цвет выравнивает. Но она сушит кожу мне. Да. Вот. А вот эта маска, где она? Очень мне понравилась. И так как я иду сегодня в школу, я нанесу ее обязательно на шею. Она хорошо контур подтянет. Подкрашу лицо. Ну, покажу вам, поснимаю. Вот. И, наверное, сделаю еще вот эту улиточную маску. Когда с Виталинкой спать будем ложиться, я ее сделаю для лица. Вот. Все. Выключаюсь. Так. Сделала селедочку с луком. Так вот. Уже заправила уксусом, маслицем, лучком. Ставлю в холодильник. И сейчас буду жарить кабачки кружочками в муке. Так. Вот так вот. Кружочками. Сейчас муку на сковородку. Муки докупить. Я не солю. Домашнее без запаха. Пошла жарить. Сейчас этого йогурта и чесночка сделаю заправку солью. А, масло на палец попало. Быстро пожарится. Угу. Так, приготовила салатик. Здесь два вида
салатных листьев, ромен и вот такой, я не знаю, лула роса, по-моему, он называется, вот такой ромен. Помидоры, редиска, огурцы, зеленый лук и петрушка. Здесь селедочка у меня уже заправленная. И покажу тут кабачки. Тут у меня 50 на 50 сметана. Потом вот этот вот турецкий йогурт. Молоденький чеснок порезанный, просто зелененький. Укропчик и соль. И все. Вот. Такая вкусняшка. И не знаю, сейчас может успею еще начищу молодую картоху. Так, иди она. Вот. Погода у нас такая, солнце то выглядывает, то опять прячется. Не знаю. Посмотрим, что к вечеру будет. Вот такой у меня обед. Сосиску мне захотелось. Это телячья сосиска. Салатик просто лимоном сбрызнутый. Горчичка. Такая вот лимонная. И кабачки. Вот это у Виталинки пюрешка и сосиска. Салатики я насыпаю каждому в тарелку и каждый себе поливает чем хочет. Всем приятного аппетита! Готовлю быстрые пирожки. Здесь у меня одно яйцо, кефир, соль, мука обычная белая. И так как ее было мало, я добавила вот такую вот цельнозерновую. Вот. Чуть-чуть у меня был маленький такой кусочек вот такой сырка копченого. Я сюда добавила зеленый лук, я порезала, потому что я вот, видите, как я рационально использую. Лучок почистила, вот эту часть срезала тонкие, вот, и порезала сюда. Это будут у меня, как-то они называются, быстрые пирожки. Я увидела в интернете, хочу попробовать, так как мы будем ехать на море. Это интересный вариант для того, чтобы там готовить. Ну, типа оладьи, да, с начинкой. Я хочу сюда еще добавить капусту молодую, мелко пошинковала. И варю одно яичко. И пожарю такие вот пирожки. Сода здесь я погасила лимонным лимончиком, лимонным соком. Вот что у нас там. Вот. Вот так вот. Ну, потом скажу. Или покажу. Варятся у меня ленивые пирожки. Добавила еще капусты. Яичко добавила отварное. Сырок здесь и зеленый лучок. И все, в принципе, на кефире. Попробуем, посмотрим. Думаю, сюда вкусно будет мясо отварное добавить или колбаски какой-то. Но пока так. Так, пожарила первую порцию пирожков. Вот так вот разломала, получились. Тут сырок вот копченый. Тут вот он потек чуть-чуть сырок. Капусточка, зеленый лучок, отварное яичко. Мне понравилось. Очень вкусно, сытно, необычно. Действительно похоже на пирожки. И за счет муки вот этой, которую я добавила, грубого помола, конечно, они получились более рассыпчатые и нежные. Классный вариант. Там, где нет, ну, ой, горячая, извините. Там, где нет возможности сильно заморачиваться с едой. То есть быстренько таких наделал, особенно на море, на пляж забрал, и красота. Чем вам не обед? Какую-то помидорку, вот, и зеленушечку. И очень-очень вкусно. Сюда можно больше всего добавить. С капустой, кстати, мне очень понравилось. Я буду добавлять, все время делать. Вот. Буду дожаривать. Вот так вот. Отлично жарятся. Всем приятного аппетита. Так, проснулись с Виталинкой. Сейчас у нас 5 часов. Я нанесла масочку Биаку на лицо. Очень мне понравилось. Морщину сюда побольше нанесла. Под глазки нанесла.
и на шею. Вот. Сейчас покушаю, буду заниматься, собираться на собрание. Так, еду на собрание. Такой у меня макияж. Ну, как обычно, вам показывала. Муж уже там ждет меня. Все, пока выключаюсь. Подошел к концу мой день, моя стрижечка. Я очень довольна, честно. И даже цвет волос мне нравится с такой стрижкой. Вот, буду сейчас умываться, приводить себя в порядок, прямой душик и сделаю такую масочку. Вот это вот. Вот эта маска. Где она? Биокон. Сотый раз вам покажу. Очень мне понравилось. Я ее сделала вчера и сегодня. Мне очень она понравилась. Она классно подтягивает контур, хорошо питает кожу. Вот, отлично. Разглаживает мелкие морщинки. Я ее под глаза наношу. Я, наверное, пойду себе и возьму еще одну, пока она стоит 22 гривны. Вот. Тут разглаживает и подтягивает кожу, да. Она, кстати, не сушит абсолютно, несмотря на то, что длинная. Мне кажется, даже с сухой кожей можно пользоваться. Умою сейчас биоконовским гелем. Кстати, мне биокон косметика в последнее время радует. Мне очень понравился крем под глаза. Вот, наверное, повторю. Значит, сейчас умою с этим гелем, нанесу масочку улиточную, вот эту, и очищу зубки с пастой, с плат, лечебные травы. Так, кстати, тоже нравится, хорошо очень очищает зубы. И приму душ. Так, нанесу я масочку. Покажу, да, вот эту. Там еще жидкость вот только осталось. Так, остаток, то, что у меня осталось, нанесла на шею и на руки. Она маленькая, не на большое лицо сильно. На шею не заходит, но вот здесь очень хорошо ложится. Вот я брала тканевую Avon маску, мне не очень понравилось. Это намного лучше. Вот. Так вот, отлично она легла мне по лицу. Ну что, буду 20 минут ждать результата. Мне кажется, что глазки я неправильно одела. Надо было на выворот одеть, наоборот. Все. Ждем. Так, сняла я масочку. Вот, осталось у меня геля. Кстати, геля очень много в ней. Очень. Я на ручке намазала, она впиталась. И на шею. И там написано, что нужно умыться. Сейчас я ему дам, наверное, все-таки подсохнуть. Промассажирую чуть-чуть. И тогда умоюсь и покажу результат. И скажу свое мнение. Ну что, я уже нанесла после маски вот такой вот тоник для лица с розой. Я обожаю его, мне он очень нравится. И вот этот кремчик под глаза от Эвелин. Золотой крем для контура глаз. Ну что, масочка неплохая, мне понравилась. Она хорошо увлажнила кожу. Разгладила даже мою морщинку. Вот. Она есть, но не так заметно. И хорошо разгладила кожу под глазами.
Масочка понравилась. Буду еще делать обязательно. Хорошая масочка. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Всем пока.